надо в шорохе эфира мне услышать тот сигнал, что когда-то кто-то умный да иксом его назвал. Труд нелегкий и бессменный, ну фортуна, поднеси мне дипломчик вожделенный, что зовут DXCC. Вот ведь хочется, ребята, под кокосом полежать, в экспедицию смотаться и по радио вещать. Но в далекие те страны не поеду я пока, паковал бы чемоданы, мне бы дольше отпуска. Плюс жена да дети, билеты куда без нас.